Снова стартовал проект «Город России. Национальный выбор». В интернете можно проголосовать за исторически привлекательные, красивые, с неповторимой культурой города. Проект начался еще в 2012 году. Напомню, в 2013-м Чебоксары заняли первое место среди городов России. И после этого столица Чувашии входила в десятку лучших. Сейчас за наш город проголосовали более 32 тысяч человек. Лидирует Владикавказ. Каждый может проголосовать за свой любимый город на сайте городроссии.рф. Поможем Чебоксарам завоевать титул самого привлекательного города страны. Голосование продолжается. Итоги подведут 30 декабря 2018 года.